петле танцуют тени. Есть канал, который рискует, ища духов за завесой. Призрачный паранормальный Димура отправляется в плавание. Он смело шагает в неизвестность, с включенными камерами ни минуты страха, шепот в темноте, леденящий душу трепет. Исследование миров, где воплощаются призраки. С Тимуров проводник, с неукротимым мужеством, в местах с привидениями не для знаменит. Эхо глубокой ночью. Впечатливает явление, паранормальное зрелище. Тимура проводник, с неукротимым мужеством, в местах с привидениями не для знаменитых. Эхо, эхо глубокой ночью. Запечатлевает явление, паранормальное зрелище. Кратким мужеством, в местах с привидениями не для знаменитых. Эх, глубокую ночь совечатливает явление, паранормальное зрелище. Смело шагают в неизвестность, с включенными камерами ни минуты не испытывая страха. Шепот в темноте, леденящий душу трепет. Исследование миров, где обитают призраки, из заброшенных залов жуткие леса. Они забредают туда, где царит страх. Но с непоколебимыми сердцами они упорствуют в охоте за духами, которые сосуществуют. Сквозь скрип дверей и призрачные стоны, команда Димура не просто трупни, отважные души в поиске тайн. Их путешествие продолжается, они лучшие. Глубокую ночь совечатливает явление, паранормальное зрелище. В неизвестность они смело ступают под прицелом камер, не боясь ни минуты. Шепот в темноте, леденящий душу трепет, исследуя царство, где обитают призраки. Мост. Эхо глубокой ночью. Запечатлевает явление, паранормальное зрелище. Тем и мужеством, в местах с привидениями не для знаменитых. Эх, глубокую ночь совечатливает явление, паранормальное зрелище. Сквозь скрипящие двери и призрачные стоны, команда Димура не просто трудни, отважные души в поисках призраков. Их путешествие продолжается, они лучшие. С неукротимым мужеством, в местах с привидениями не для знаменитых. Эх, глубокую ночь совечатлевает явление, паранормальное зрелище. Сквозь скрипящие двери